99,9. Очень плохо ездите. А этот пальчик себе засунет в одно место и крути так хрусто. Знаешь, этот фокус, да? Береги себя. Канал Движение представляет. Ну куда, куда? Ты же видишь нас. 0,05. Оу, тихо. Так же нельзя, да? Знаете, да, что нельзя? Что нарушаете, знаете, да? Скромняга. Маску бы еще одел. О-о-о. Это новая тема. Чтобы типа не попасть под камеру. Но под камеру попали, под нашу, как минимум. Друзья, это вам не друзья. Плюньте, напишите пальцем все, что вы думаете, как Андрей Сергеевич говорит. Вот эти люди. И вот эти люди. Ай, спрятался. И он, смотрите, еще вот с таким заходом. Заход на посадку. О, еще так вот раз. Нагленько. И еще вот. Правильно, проезжай, правильно, правильно. И Екатерина 081. Екатерина Андрей. Три семерки. Туп. Так, это личико нам нужно. Для истории. 01. Да-да-да. Тут с дальним, чтобы нас осветить. Ослепить. Слепошара с дальним светом. Давай. Давай. Стартани. Давай. Ульяна 302. О. О, давайте. Прям вот, прям красиво въехал. Вы, конечно, не такой негодяй, как те, но тоже не очень. Давай, привет, привет. И вот готовится у нас еще один. Товарищ Эйц, передумал, молодец. Оп, 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 оп. Раз. 777. Ой, блин. Ну, вот ты тоже не так, смотри, там далеко, так себе. Через вот аж за столбом набегать в пробку, чтобы тебе в кадр не попасть. Вот от черной машины справа. Да-да, поеду. Без электро машины не стоит водитель, а? Девушки, девушки, что вы творите? Так нельзя ездить. Страшная какая? Отмерз. Машинка, которая за рулом. Пожалуйста, вот она. Ой, вы же к нам! К нам! К нам же, да? Сотрудник! Вы же к нам, сотрудник! 5 СБ! Куда? Бомбы, но не охота, говорит. Там мы тут поговорим по маме. Кстати, можете позвонить, может приедет. Куда так ездить? Куда так ездить? Бородатый! Зачем так ездишь? Это я не про власть. Тоже нехорошо ездить. Это да. Это откуда они берутся, а? Как негодяй ездить? Некрасиво же. Я специально к вам подъехал, чтобы спросить. Да-да, красиво. Андрей Викторович Мелов. Приятно. А с какой целью снимаете? Ну... Хотим, чтобы наш город был безопасным. Вы представители активного гражданина? Ну, да? Примерно так, да. То есть вы не... Не в смысле приложения, а в смысле сами по себе активные. То есть не все ОДД там? Не-не-не, но передаем. Ну, а что вы взамен получаете? Взамен? Взамен мои дети ходят по улицам этого города чуть более безопасно. Вы где-то здесь рядом живете, да? Нет, к сожалению. Именно на этом перекрестке? Ну вот есть люди, которые написали, позвонили, пожаловались. Что-то... Аккуратнее. Что-то... Ага. Я считаю, что это диагноз и это подтверждение того, что камера на самом деле работает. Раз они так ездят, значит камера работает, они уже по штрафчику получили, но неискоренимо тяга людей к халяве и
воровству времени у своих сограждан. Ездим как негодяй. Ну, а тем временем... В мою сторону. Ждем машину, которая будет обозначена какими-нибудь наклейками, надписями, где можно вычислить, где эта машина, какой компании, соответственно, работает, принадлежит и так далее. А почему? Сейчас расскажу. Вот. Ай, негодяй какой! Ай, негодяй! Ай, мама бы постыдился тебя, блин! Нерочистый, а вот совесть тренировки нет. Ну и хитрожопчик. Неужели будет прятаться? Ну что ж вы как Тимуровец-то прячетесь? Зачем как козлюка ездишь-то? Пора. Честно. Красавчик вообще. Ну это тоже гондон, потому что это писатель фантаст, он для себя придумал новый ПДД. Ребят, ну заслуженный гондон, что могу сказать. Это не оскорбление, это констатация факта. О-о-о-о. Ничего себе лихо. Она даже особо опасная. Да причем он, знаешь, как его. Да, я понял. А номер-то вот. Роман 78878, Николай Константин, 199. Вот наглый, а. Вот наглый. Универсальчик. Вот да, что должно быть в голове вот таких людей? Есть ли у них что-нибудь в голове? Что там? За нами. Оу! Оу-оу-оу. Тихо-тихо. Говори, что он там брендированный. Готовый рейс. Ну ты же видел. А он не из Москвы, он не знает таких правил. Это из... Откуда ты пишешь? Беларусь. Да не понятно. Да они никто не знает. Но штрафы уже, видимо, получили. Ну вот еще одна жертва камеры. Человек получил штраф, но ездить так вот просто привык. Соответственно, ездить он так хочет. Соответственно, нужна вторая камера, которая соответственно, будет, он со двора выезжает. Будет расположена, какая нафиг разница. Нужна еще одна камера, которая именно с той стороны напрямую бьет в спину. Вот эти вот негодяи. О, встречка. Это встречка. Встречка у тебя, дорогуша. Вроде как не дорогуша. А номерочек-то вот он. Роман 640, Михаил Николай, 799, Toyota Camry. А что там написано? Написано Toyota. Toyota Митина. Ну ладно. Вот брендированная машина. Проезжает прямо. Молодец. А вот не брендированная машина. Поворачивает. 353. Ой, как гондон едет. Ой, понадумывались, они выдумывали правила новые. В этой серии, друзья, мы раскрываем секретное значение. Секретное значение слова, да. Девочка посмотрела, нас увидела, проверила, не влетит ли кто-то в борт. Специально протерла стекла, но не протерла номерок, который... Совесть она не протерла. Виктор 045, Харитон Анна 799, Рэнш со страшной курочкой внутри. О-о-о. Ты посмотри, какой шустрый. Это Toyota Safari. Так, петушком нельзя назвать, да? Почему? Ну, это как-то по-детски петушок. Не, ну, если мы будем всех нарушителей называть петушок, это неправильно. Ой-ой, смотри, сейчас авария, ай! Ух! Тебе же сейчас в бочину чуть не влетели, а? Ух! Что ж ты творишь-то, а? Ну, в бочину же, да? Пергидрольная! Себя хоть Два пергидрольные есть с номерами Михаил 523, Андрей Сергей 750. Нормально, там видно было. Фордик. По встрече. Вот это легко и котлятина, конечно. Да. Таких нужно прям особо вызывать. А что я делаю? Что нарушают? Я со двора выезжаю. А, ну то есть разметка не для вас, да, получается, да? Угрюмый. Козлятина. Это я сейчас про вот ту машину, которая его чуть-чуть сейчас не подрезала. На самом деле они все, конечно, козлятина. Все понятно. И это тоже? И это тоже козлятина. Привет! Козлятина, привет! Ага. Отзывается, значит, он родимый. Ну, все же просто, логично. Точно. Спасибо. Мы знаем, мы такие. Ну и... Рука бойца колоть устала, как говорился. Нет, они все едут. У нас все едут, рука у нас не устанет их снимать. Да-да. Это были лайки. А где же дизлайки? По лайкам и факам пока. Вот наверное, они. Мы в плюсах пока.
А вот... Вот, пропуск какой некрасивый. Страшный. Угу. Вот. А вы думаете, вы обманули судьбу, что так выехали-то, да? То есть камера вас не шлепнет? Просто опаздываю. 200 метров, вы выиграете ровно 200 метров. А сколько это вам даст выигрыш? Это 7-8 минут. Да нет, нет, нет. Нет, на 5 долларов там. Смотрим, мы сейчас здесь с тобой засекаем, смотрим если там машину. Если бы не опаздывал, я бы спорил, честно. Просто дал 5 долларов, ты не хочешь палить, да? Едете по навигатору. А как иначе? Ужасно катаетесь-то, ну. Передайте привет. Очень красиво. Будем передавать видео, мы, разумеется, его не послушаем. Привет, передавайте. Да-да-да, привет, по инспектору Риас. Тренировать смех. А, полицейский номер, 515. Николай, 515, МТМ, 777. Привет, передавай. Командиру части привет передавай. Оу-оу-оу. Это командиру части показали так. Ты командиру своему показал так или как? Дружище. Я говорю, тебе дружище. Нет, что? Ну не дружище. Ну, козлюка. Козлюка. Эй. Но не отзывается, слушай. Ну, слева, и справа, и со двора, и не со двора. Я подсветил себя, чтобы его лучше видно было. Да. Вот так вот он такой, привет! А как бы сейчас в жопу какой-нибудь КамАЗ подъехал? Фу-фу, нельзя так долго, нельзя. Нет, 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 ну это плохая мечта, плохая мечта. И КамАЗ просто нет. Как негодяй ездите? 200 метров пробки вы объехали. Вам это что дало, скажите? Ай? Не понял. А можете остановиться и перевести? Ну что, там показал палец. Давай к нам. Давай к нам. Мадмуазель Козявкина, да? Как негодяй катай. Козявкина, плохо ездишь. Чему тебя в школе учили? Так вот понятно. Вот. Улыбаемся и машем. И вы, как козлятина, тоже ездите, да-да-да. Козлятина. Эй. О-о-о. Ну, была. Такая у нас, по-моему, была. М-88 и М-90. Как негодяй, как катаешься. Чему вас в автошколе учили, скажите, пожалуйста. Да, их тут... Как козлятина ездили, как гандони глаз. Их тут много. Много, да. Ты их опять подвешиваешь, выдешь? Ну да. Сергей, 7, 7, 9, 5, 9, 9, 9, 9. Очень плохо ездите. А этот пальчик себе засунь в одно место и крути до хруста. Знаешь, это фокус, да? Береги себя. А вот совсем не девушка. Совсем не девушка, но ездит как девушка. Что ж вы как тупорылая овца-то ездите, молодой человек? Он не молодой. Он и не овца-то. И здравствуйте. Ой, номер-то закрыт. Номер-то какой у вас прекрасный, да-да. Сзади. О, есть. Сзади есть. Вот он. Как негодяй ездите, знаете, да? Живите с этим знанием. Постигналь себе в одно место. Харитон 545. И вот там чего-то. Вот, наверное. Это у нас бешеный гудятел. Гудятлов у нас, кстати, тоже можно наказывать, потому что у нас для чего можно гудеть в городе? Для предотвращения ДТП. А он нарушает, еще в жопу другому нарушителю дудит. Ну это просто дудь какой-то, слушайте. Несколько лет назад, пару-тройку лет назад, один из сотрудников ГИБДД, приехавший, причем в звании подполковника, сказал, что обернись. Отменили штраф за дудение. Иди к нам. И... Абдулла, плохо ездишь, Абдулла. Тигры. Очень вот плохо. Но в моих теле. Вот он, гандон. Тоже, кстати, попал. Ой, ой. Как шарный гандон? Тонированный. Тонированный. Тонировка черна, как совесть этого водителя-нарушителя. И вот здесь не один. Да. Помаши своим правам, чудовище. Воу, воу.
Важно чудовище. Ох, ты автобус. Нет, ты срок отгорел. Засунь себе в одно место, а дальше знаешь, что делать. Показал вам фак, Андрей Сергеевич. Нет, он показал тот предмет, которым он играет дома в проктолога сам собой. Я не могу с этим людьми ничего поделать. Больные люди, так же, как примерно и вот этот вот нарушитель тоже. Нет. Смотри, ты справился, увидел человека с камерой и справился. А знаете, что здесь поможет еще лучше? Человек... Трактор. Не останавливайся. Не останавливайся. Еще лучше здесь помог человек в светоотражающем жилете со специальным жезлом. Номер! Рыжая страшная какая! Ездишь, как страшная ведьма! А что, если рыжая, значит ведьма? Нет, ну если человек таранит автобус, но ведьма хочет людей заставить пешком до метро. Ну что это такое? Ведьма, конечно. Но сегодня колосой не поможет. Она тебя заколдует. И превратит в тыкву. Пусть встать на колени, поколдует. Я немножко даже соглашусь. Я даже буду ей помогать заколдовать меня. Этого вырежем. А если в тыкву? Нет, я готов согласиться на то, что ради принципа, ради зрительской аудитории, я готов, что ведьма превратится в тыкву, а я продолжу ее, так сказать, колдовать. Но только ради эксперимента, ну и, конечно же, для справедливости.